Сигма. Всем привет, с вами я, Гамби. Сегодня будем играть в игру Garden of Ban. Бан! Тебе. Ладно, это шутка. Че, погнали, пошли. Go. Let's go. Сейчас у нас будет загружаться. Кто мне звонит? О, нет. Я это. Мне бабушка звонила. Я пошел играть в Garden of Ban. Игра что-то долго грузится, вообще в шоке. Помогите. О, нет, мышка исчезла. Вот чё он на меня... Ты куда? Ты у дома? Да. А чё ты врёшь? О, нет. Помогите. Так, погнали сюда. Окей. А чё мне тут сделать? Вот он издевается. Давай туда. Окей, давай сюда. Мишка Фредди. Мишка Фредди? Это тебе. Да блин, помогите. Он тебе показывает фак. Если что, осуждаю, что он скажет, ребят. Иди в попу, это Мишка Фредди, он тебя сожрет ночью. Что за упоротая псина, я не понимаю. Ой. О, нет, помогите. Я тебя задушу. О, нет, помогите. Что так темно, я фиг вижу. Да нет, не у тебя. Я в игру играю, я ж тебе говорю, мне тесть. Garden of Ban. Что? А! Мистер. Третью. О, нет, помоги, меня закрыли. О, нет, меня закрыли. О, нет, я еду. О, нет, помогите. О, нет, куда я еду? Куда я еду? О, нет, меня сейчас убьют. Я уверен. Сейчас пройдет этот зеленый. Да-да, зеленый будет. Да ты кому показываешь? А, монстрам, да? Понял. Что? О, нет! О, нет! О, нет, зеленый дох. Чё он отключился? О, нет, зеленый сдох. Пацаны! Да что мне звонит? Что? What the fuck? Чё они тут все поз... А! Да ты дебил. А чё они все подохли? Он что, сдохший лежит? Что это? О, нет. Головоломки, я их терпеть не могу. Да что это же происходит? Да, нет, что делаешь? Дебил убил, я обосрался, а нет.
синий такой дебил убил. Ща, надо возродиться мне. Придурок! Он с другого ребенка трусы снимает, боже, гея бусаны. Фу. Сочувствую моему брату. Все толпа. Вот что он там стал, давай врежь ему в глаз. Да, поехал, дрон. Поехал. Полетел. На, бот. Да ему насрать. Нет, помогите. Вот же пушка, стреляй в него, дурак. Чё на меня смотрит этот шизик? Он. Так вначале идет на всякий случай говной цвет. Цвет говна. А не, зеленый цвет говна. Фиолетовый. Оранжевый. Запоминаем. Так, зеленый, коричневый, фиолетовый. Не, зеленый, коричневый, оранжевый, фиолетовый. А! Куда? А? А ты куда? У, любовь. У, ладно, давай. Ну, боже, дети. Так, я взял шприц. Шприц. О! Жо. А, я понял. Бля. Что? А! В смысле? Какая ава у нее? У него? А, типа, как будто его кто-то, он типа, целуется кто-то. В смысле? Ты умеешь скриншот делать? Ну скинь мне этот скриншот. О, нет. Ок. О, нет, помоги. Отправил? Что? Пиши, я бра, младший брадер Германа. Младший брат Германа, короче. Да, меня так и зовут, пацаны. Да, здравствуйте. Да. Что это? О, нет. Нет, не тут его ключ. Что за параша висит? А! Ай, блин! Телефон упал. А, нет! Стойчик, блин! Да-да-да-да. Алло! Что все? А он... Алло. Да что, он же отвернулся, урода босраный!
Сейчас телефон упадет, компьютер разломается, все взорвется в мире. Напиши Данил. Смысл, что? Сейчас опять позвонит, ребят, я вам отвечаю, она мешает проходить. Ладно, продолжаем. Так. Кто? Что? Это я не, я его не говорил, что я по цветам должен. Я же говорю, звонит. Алло. Что такое? Ты тупой? Ты что ты пишешь? Кого? Какая? Это мальчик, где... Блядь, что? Кому ты гонишь? Молодец. О, не жду. Теряйся. Ма. Да какая капибара, блядь, успокойся. О, нет, он летит. А? Ну ладно. О, нет, помогите! Кого? Какого ты дебила? Ха-ха-ха. Как кинуть петарду? Петарду кидаем. Помогите! Он ему херакнул в глаз, что я не упал. Мини-пуфик!
Какай. Кака. Надо тебе. Иди в папу. Ты что, я думал, осуждаю. Иди в деревый. П. Не пень, а совсем другое. Я обосрался, Вера, сильно. Все, спасибо, пацан. Пацан. Блин, как они сдохли вообще? О, нет. Понос. А, я понял, куда петарды. В те самые эти штуки. Я думал, это самого монстра, я думал, петарды. Сюда? Помогите. Всё, мне больше здесь ничего не надо. Проверим. Может, это карта? Как мне воспользоваться предметом-то? Пацы, я не помню. Я ходить разу... А, нет. Я прыгать разучился. Я не понимаю. Это что? И худа мне. И хуйда мне. А, я понял, это сюда. Да. А, нет. Все, он сдох. Ура, победа. Все, фиолетово. Так, там стена. Вот. Ну, прозрачная стена. Все, ура, победа. Мама. Ура, победа. Что это? Прямо? Да я ел. О, нет. Что? Куда он ушел? Зеленый ушел. Это был он? А куда теперь мне? Сюда. Я туда же пришел. Ну, а это был. Ой-ой-ой-ой-ой, так у меня кепка. Кому мне кепку отдать? Не надо кому-то кепку отдать. Ну, очевидно, мне надо идти туда. Я понял, мне надо. Вообще туда. Туда пришел. Кто это?
где мой? Все, мы уходим. Нет. Все, погнали. Нет, не погнали. А теперь вот как ты выйдешь? А-а-а. Вот я аж зашел. А, нет, ну я и вышел. Я не понимаю, что же делать. Скучать или бегать? И хуй там мне. Уехал. Сейчас жопу будет. Кто это такой? Это амбуш? Сюда. Зэ. У меня же есть оранжевая карта. Что? Скажите, куда мне идти? И надо ли мне сюда? Пацаны, я сейчас открою, похоже, YouTube опять. Я не понимаю, куда мне идти. Откуда у меня... Для чего мне кепка? Это первое. И откуда? Ну, типа, зачем? Тебе дать кепку? И не, я хочу посмотреть прохождение, потому что я не выкупляю, я не выдупляю. Не вдупляю. Пацаны, не вдупляю. Cartoon of Batman 2. Геймплей. В смысле финал. В смысле, розовый врет, синий не врет, хорошо. Разбить. Так. Кто успел? Да я же отвлек! Фрован. Ага, побежал. Нужно было удай как только. А чё не так-то? Семь. Сегодня пошел, посмотрел, собственно, вот, вот, давай, пока. Кепка. Не комната. Одну. Что? Этими частями. Но если есть, то связан. А, да, серьезно, издевайся. Что мне звонит? Алло. Таня, поприветствуйся с подписчиками, я видео снимаю. Здравствуйте! Все, он поздоровался, как вы слышали. Так, мне надо... Покажи мне, что ты играешь. Garden of Banban 2. Ага. Да-да-да, по этой игре. У меня уже второе оно.
О, нет. Что ты делаешь? Это твоя рука ведь, да? А. Фу! Придурок. Она в говне вся, фу, как ты ее лижешь. Кстати, я туда на твою ногу насал. Шутка. Ха-ха. Ты бот. О, нет. Помогите. Поехали туда. На, бот. Что там удали происходит? Хабаните. А, нет. Что я не сделал? А, вот это. Точно. На, бот. Ты придурок. Даня, у тебя зуб кривой, фу. Ура! Что там? Нет, не-не-не-не-не, что это, что это? Что это? Даня, у меня какой-то... Даня, у меня какой-то коридор. Страшный. У меня какой-то... Ничего не... Ты что-то знаешь? Ты ничего не говори, только про это, окей? Так... новая игра. Так. Жирный дебил. Ха-ха, фу. Жирдяй. Жирный, фу. Жирный, дизлайк тебе. Мама! Quick, in here! Да, что, Белая? Белая, ты мне поможешь? О, нет, помогите! Я дурак! Меня курица убила. Дань! А? А что ты говорил? Меня курица убила! А, я думал, тебя бан-бан. И там был какой-то белый, там был белый бан-бан вроде. Бан-банена? А, Лена, 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 Леночка. Даня, Даня, ты точно домой уезжаешь? А чё ты врёшь, Ваня? Ой, блин, Ваня. Даня, ты теперь Ваня. А как курица выжила? Она же упала. А, нет. А! На. Thank you.
to all to welcome our newest student. You're late to class. I'll let it slide this time since it's your first day, but be late again and I'll rip you to pieces. You're a new and unpopular student, so you will have to sit at the unpopular table in the middle. Now sit, so we can begin. Остановись. Эск не работает. Sit. Where do you think you're going? Я сел! Я подумаю о своем поведении, не трогай, пожалуйста. Now sit, so we can begin. Sit. Sit. Я сел. Where do you think you're going? А куда мне сесть? Куда и как мне сесть, ребят? Помогите. Я не понимаю, как сесть. Помогите. Now sit, so we can begin. No, sit. Yeah, я сел. Okay, class. So, the first lesson of the day is math. Математика. Over the course of the semester, you will learn how to annihilate others, how to safely extract the human brain for eating, and... Oh, wait. I made a mistake. I think that's lesson 4 of the day. For math. Over the course of the semester, you will learn to add, subtract, divide, multiply, and so much more. I am so excited! Before we start, let's revise some of the basics. What is 6874123612 plus 98193912? And remember, wrong answers will be very harshly punished. Frog. Wrong! Я не понимаю ничего. Now sit, so we can begin. Okay, class, so, the first lesson of the day is math. Over the course of the semester, you will learn how to annihilate others, how to safely extract the human brain for eating, and... Oh, wait, I made a mistake. I think that's lesson 4 of the day. For math, over the course of the semester, you will learn to add, subtract, divide, multiply, and so much more. I am so excited! Before we start, let's revise some of the basics. What is 6874123612 plus 98193912? And remember, wrong answers will be very harshly punished. Так. 7856063524. Correct! Yeah! You kids are really paying attention today. Next question, and one that I wrote myself. What is 2 plus 2? 4. Correct! Yes! Wow, I thought everyone would get it wrong. Alright, last question before your lunch break. What is misery plus disappointment? My life. Correct! Unfortunately, that's all the time we have for math for the day. Go to your lunch break, and then we'll start the next lesson when you come back. Уже. Все, мы уходим.
Так, что это? Ты чё, пешка? You can try jump with the popular kids. The unpopular kids need your help to save him from the bullies. Он тут! The bullies are demanding money to organize the team. Я не понимаю. Ой. My God. Это популярные дети, серьезно? Ха. На вам, жвачки. Все жвачки собрать. Издевать. Где жвачки? Где? Нету жвачек. Ах ты. Прилети ко мне, мальчик мой. Да их этим убить. Так. На. Поехал. На. О, ура, победа. О. Спасибо. На. Attention everyone, this announcement concludes your lunch break. Please return to your classes. Also, teachers, please keep in mind that we're on the lookout for a very, very naughty student, believed to be accompanied by a drone. If you catch them, call Principal Banban's office immediately. Hey, you didn't see the person you're talking about, did you? Oh, what am I saying? You're one of the cool kids. Of course you don't talk to ugly, unpopular kids like them. Take a seat with the cool kids where you belong. Where do you think you're going? Я не понял! У этого же у Куплинова есть переводчик. Пацаны, надо посмотреть. Ну быстрее, смотри. Все. Продули. Все, нет. Пауза. Пауза! А. Okay, kids. The next lesson ли он вообще между собой, между этими частями. Но если эти игры примерно по... Science lesson of the semester, it will only be a review lesson. But first, let me introduce you to our classroom rules. No eating, no talking, no breathing, no moving, no asking questions, and no washroom breaks. Remember, I will have to punish you very, very harshly if you break any of those rules. Back to the review. Let's start with something easy. How hot is the sun?
nothing's as hot as me. Не надо. I'll allow it, but only because it made me laugh and because you're a cool kid. I can tell by your very cool glasses. Next question. How many hearts does an octopus have? Ты тупой! Wrong! Ты тупой! Самый горячий-то ящик, говорит мячик. Захотела что-то фанки, ой. Захоти, Айла, забейте. Надо было класс клоун. Take a seat with the cool kids, where you belong. Все, так, пирты. Okay, kids, the next lesson is science. Like we did for math, and since this is the first science lesson of the semester, it will only be a review lesson. But first, let me introduce you to our classroom rules. No eating, no talking, no breathing, no moving, no asking questions, and no washroom breaks. Remember, I will have to punish you very, very harshly if you break any of those rules. Back to the review. Let's start with something easy. How hot is the sun? Nothing's as hot as me. I'll allow it, but only because it made me laugh and because you're a cool kid. I can tell by your very cool glasses. Next question. How many hearts does an octopus have? I'm so funny. Wrong! Take a seat with the cool kids, where you belong. Okay, kids, the next lesson is science. Like we did for math, and since this is the first science lesson of the semester, it will only be a review lesson. But first, let me introduce you to our classroom rules. No eating, no talking, no breathing, no moving, no asking questions, and no washroom breaks. Remember, I will have to punish you very, very harshly if you break any of those rules. Back to the review. Let's start with something easy. How hot is the sun? Nothing's as hot as me. I'll allow it, but only because it made me laugh and because you're a cool kid. I can tell by your very cool glasses. Next question. How many hearts does an octopus have? Stinger blimp. Correct! That's half right, since Stinger Flint is close to an octopus, he's a jellyfish. But I'll allow it, since you're a cool kid. Normal octopuses have three hearts. We humans have one. And Stinger Flint has... I'm not sure actually, but let's move on. Next question. We have five senses. Sight, smell, taste, touch, and... I'm so funny! Wrong! Да кто же знал-то? Ай-а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 й
see, with the cool kids, where you belong. Нет! Не бейте, пожалуйста! Okay, kids, the next lesson is science. Like we did for math, and since this is the first science lesson of the semester, it will only be a review lesson. But first, let me introduce you to our classroom rules.
No eating, no talking, no breathing, no moving, no asking questions, and no washroom breaks. Remember, I will have to punish you very, very harshly if you break any of those rules. Back to the review. Let's start with something easy. How hot is the sun? Nothing's as hot as me. I'll allow it, but only because it made me laugh and because you're a cool kid. I can tell by your very cool glasses. Next question. How many hearts does an octopus have? Stingerflim. Correct! That's half right, since Stingerflint is close to an octopus, he's a jellyfish. But I'll allow it, since you're a cool kid. Normal octopuses have 3 hearts. We humans have 1. And Stingerflint has... I'm not sure actually, but let's move on. Next question. We have 5 senses. Sight, smell, taste, touch, and... Correct! Oh, you just made me use my 5th sense. Close enough. I'll allow it. Unfortunately, that's all the time we have for science for today. Go on to your second break, and then we'll start the next lesson when it's over. Attention everyone, this announcement concludes your second break. Please return to your classes. Okay. Oh wow, 3 new kids in 1 day? 1 unpopular kid? Yuck. 1 cool kid, and 1 mean kid. Welcome! Sit on the table to your left, where you belong, so we can begin. Okay kids, the next lesson is health and kindness. Just like we did for math and science, it will only be a review lesson. Let's start with some common knowledge to freshen your stupid brains. Can anyone here give me an example of an unkind person? Give me an example for an unkind person. I will give you immense pain. Wrong! Дура ты обоссана, я не понимаю. Так, Куплинов, быстрее помогай. Как у него... По часу ты учёб, собственно, не посмотри. Может быть, это глаз, в смысле класс, ну, в смысле очки. Неправильно мыслит. Громкий, популярный. Бля, горячо, как популярный пацан. Я никуда не собирался, я ответ-то соображаю! Я подарю тебе огромную бу... А, подарит. Я подарю тебе огромную бу... А, подарит. Что? Correct! Okay, kids. The next lesson is health and kindness. Just like we did for math and science, it will only be a review lesson. Let's start with some common knowledge to freshen your stupid brains. Can anyone here give me an example of an unkind person? I will beat you to death. Correct! That is
is a perfect example. Good job. Assuming it wasn't directed at me, of course. Now, this time, can anyone give me an example of a kind person? I will give you immense pain. Correct! Exactly! Giving others things without expecting anything in return is exactly what kindness is. This class is going to be great! I can feel it! Wait, what was that? I wonder if it's a new student. Nobody move while I check it out. Окей. Мне надо бежать? Скип. В смысле? Куда эскейп? Подожди. Стой. Что? Как? Куда мне эскейп? Я тупой. Поехал быстрее. Братишка, быстрее едь. No! Not again! I actually tried to be a good teacher this time! Я прям уверен, пацан. Мама, папа спать не лег. Помогат. О, нет, помогите. Что? Ой. А? Блин.
Я тут, я отходил. Ждём-с. Ну, он же должен быстро. Алло. О. Что, издеваетесь надо мной? Чё, птица синяя? Hello? Hi.
Расплющ, раздвинь. Find the door before you. Попозже. Hello. Where are you hiding? I wasn't hiding. Stop. Что? Thank you.
Yes. Нажал на кнопку. Что это? Шутка. Я чего-то не понял. Я должен как-то понять, что. Чего не намекают? А, чтобы я ушел отсюда. И чтобы я пошел туда. Да? И сюда. Сюда! Выход! А, нет.
Ага, паркур. Окей. О, нет. Опа! Опа! Жопа! Это бежим, опять бежим. Мы могём, пацаны. О, нет. Мы это... Нет, они прошли. Говно. Там как там? Там невозможно допрыгнуть. С этой игрой психа стану. Сколько время? Сколько минут идет? Сколько минут идет? Сколько минут идет запись? Я должен посмотреть. Так. Что? Час? Как? Так. Все, давайте пройдем паркур, мне кажется, на сегодня хватит. Хотя нет, это как раз почти последняя серия. Но это почти же. Это же не последняя. Это мини-пуфик. Быстро проходим. Опа! Опа! Кто мне пишет? Я не... Где мне кто-то написал? Обалдун, обалдун отправляет. Я не могу послушать его, так что я играю, так что все. Давайте паркур, ребят. Паркурим. Жестко. Жесточайше паркурим. Не-не-не, это может быть АП, я не буду это врубать.
Бежим! Ты тупорыл, ладно, я не хочу эту херню играть. Всем удачи, всем пока.